Я счастлив. Прямо сейчас. Потому что проще нет ничего, чем быть собой. Самое основное – это состояние умиротворения, счастья и осознание себя. Так что мешает? Мешает нам все время взаимодействовать из духа, проявлять себя. И у большинства будет вот осознание в том, где вот ложное, где это ложная виртуальная личность. Заиленная река, которую пора прочистить, ибо эволюционный процесс настал. И нам не нужно, мы не можем ничего изменить. Не можем. Мы можем только открыть свое истинное «Я». Когда вы проявляетесь, вы чувствуете удовлетворение. Это вот этот четкий показатель того, что вы из истинного проявляете. Мы осознаем, что мешает, и отпускаем это, убираем. Если вы из ложного проявляетесь, вы чувствуете неудовлетворение, ну и куча разных других программ, конечно. И все ведь есть прямо здесь и сейчас. Что ты можешь в этом изменить? Ты можешь убрать ложное и дать проявляться истинному. Вы создаете свою действительность уже в другом измерении сознания. Личность – это те внутренние запоры, которые формируют повторяющуюся реальность. Вы сейчас можете там бороться с системой, там, что тут не так в этой системе, вот, как ее изменить. Вот, при выгрузке 3D и 3D вот этих программ матричных, которых мы привыкли вообще воспринимать и в которых мы взаимодействуем в этой иллюзии. Когда человек осознает, что же ему мешает, что же ему мешает быть счастливым, быть свободным прямо сейчас. Переход не просто там сам по себе случится, это ваша работа. Это ваша работа, трансформационная работа. И проявлять себя из духа в своей уникальности, потому что каждый уникален. Кроме того, что выгрузка 3D программ из своего сознания, вот, кроме того... Через каждого Бог проявляет себя уникальным образом, уникальным. Этот переход, когда вы переходите, это здоровое тело, вот, чистое сознание. Ибо если не попробуешь, просто не узнаешь, что происходит. Что происходит? Осознание себя, осознание своего предназначения и полное проявление как творец вот в этой действительности. Зажить полной жизнью и стать счастливыми прямо здесь и сейчас. Вот на ретрите цигун утром и вечером каждый день. Вот будут куаны очень хорошо работать, другие практики, вот сатсанги, информация, то есть все будет тут прям... Где мы проживем вместе, это очищение, за 4 дня случаются чудеса. Приглашаем с большой любовью, радостью и воодушевлением того, что... поле осознанных, проявленных творцов этой действительности становится больше, больше и больше.